Вот. Убрать? Да нет. Все, оно в кадре, то все атмосферно. Красного дофига. Красного нормально. И все, причем надпись как раз так вписывается. Да. В основную концепцию. Ну ладно, поехали. В принципе, считай, получается, как, так как народ, который будет это читать, теоретически, группу СОП, не знает абсолютно, да? Вот. Поэтому начнем с самого начала. То есть, что, когда и где? Да, группа СОП появилась в 2000 году в Питере. Я вернулся после долгой жизни в Одессе. Я прожил там 7 лет, хотя рассчитывал ехать на пару всего, на родину отца. Вот. Но так оказалось, что я там и группу собрал, и женился, и, в общем, целое у меня и на радио программу сделал, на телевидении, в общем, я там залип. И было там очень интересно, из 17 до 25, самый такой свой отрезок, как говорится, ну, молодости такой активный, я провел в Одессе. Вернувшись, я начал общаться здесь с музыкантами в Питере, то есть, и познакомился с Рыжиком, это гитарист группы Billy's Band на Невском, он катался на роликах, я тоже. Мы познакомились, он был с девушкой своей, и мы начали просто дружить, поигрывать музыку, и у нас были серьезные планы на мои песни, на проект СОК. Вот так начинался, в принципе, проект СОК. Параллельно еще я знакомился с другими музыкантами, что-то тоже экспериментировали, пробовали. Был такой клуб Psycho Pub на Фонтанке. Там группа Ленинград, кстати, давала один из первых концертов в гараже прямо. Ну, то есть такие времена были, как еще там-там, гора, все вот это вот. Только недавно Сайгон закрыли. То есть такие времена были, в общем, сейчас уже old school. Начало 2000-х, казалось бы, недавно, но уже old school. Вот. И познакомился я с Billy's Band'ом, Рыжик меня позвал, когда они играли, на Невском в переходе в теплой трубе. Теплая труба – это подземный переход, в котором тепло зимой, а второй не отапливался, он назывался холодная труба, так их типа различали. Вот, я пришел, прикололся с их музыки, предложил им быть их продюсером, хотя я никогда этим не занимался. Вот, Билли, помню, первое, о чем меня спросил, он спросил, а цепочка у тебя серебряная? Я сказал, да, говорю, а ты правда из Купчино? И вот мы на следующий день встретились на квартире, обсудили это более детально, что-то там выпили, покурили, поболтали, и, в общем, решили, что давайте попробуем. И я начал бегать, помню, на ризографе делать всякие афиши, клеить их сам и так далее. То есть, как бы, все самую такую сложную работу. Мы тогда проводили, когда приезжаешь из Москвы, например, в Питер, спрашиваешь, как вам наша демо? Какое демо? Billy's Band, а кто это такие? Вот, это теперь как бы знают, кто это, а тогда не знали. И это было, в принципе, нормальным, через это проходят все группы. Потом я понял, что пора, весь Billy's Band играл в СОКе, они помогали мне как музыканты, и мы выступали. И я понял, что нужно разделять составы, то есть свой материал делать с одними музыкантами, а Billy's Band, чтобы был самодостаточным организмом, потому что, ну, у них другая эстетика. И тогда СОК был такой шансок, такой шансон-СОК. Вот. За счет именно саунда, баяна и всех этих дел. Еще Толик Арбатский играл, ныне покойный, на перкуссии. В общем, разделились проекты, и как-то постепенно мы разошлись по своим дорогам. Ребята записали мне, скажем так, в знак благодарности за то, что я сделал для них на старте пластинку, которую до сих пор я, честно говоря, как-то ни в какую дистрибьюцию не запустил. Вообще, ну, сапожник без сапог, себя продавать сложнее. Ну, понятно. Нужен всегда хороший сутенер. Вот. Так что так начинался СОК. Потом появились другие музыканты. У них барабанщик Вова Нестриженко. У них сейчас Digital Forks есть группа. Он долго играл в «Я и друг мой грузовик» после того, как мы, ну, поиграли в СОКе на старте. Вот, то есть через группу СОК на самом деле прошло достаточно много очень хороших музыкантов, которые сейчас играют в разных группах, там, начиная от Юпитера, заканчивая Animal Jazz. То есть полно музыкантов хороших было, которые задерживались по полтора года, там, по два в группе.
Но вот. В смысле, они уходили в другие проекты, потому что вы почему-то не сходились? Да, я даже не знаю, мне кажется, что он, что вот это не какая-то большая проблема. Mm-hmm. То есть со всеми позитивные довольно отношения. Просто вот есть такая специфика у некоторых, например, учителей там, они, то есть вот наша группа как вуз фактически mm-hmm. существовала, то есть в ней росли музыканты, они явно росли, mm-hmm. они как бы никто из них, я думаю, отрицать это не станет, шел процесс и был стимул какой-то, и это какая-то своего рода даже не институция, а именно какой-то, ну не знаю, какой-то вот именно этап жизни у людей был. А мне лично самому, в принципе, никогда не хотелось прибиваться к какому-то берегу и формату, mm-hmm. что пагубно с точки зрения позиционирования, да, там по маркетингу и так далее. Вот, потому что люди хотят чего-то понятного. А мне, в принципе, нравится как художнику, вот я уже говорил, то есть варить борщ, играть музыку и кататься на роликах, и участвовать в театре. И для меня вот эта жизнь, а не стать заложником какой-то роли, mm-hmm. причем в каком-то серьезном масштабе, понимая, что эта планка социальная тебе необходима, то и должен держать. Для mm-hmm. меня это скорее бремя, наверное, чем счастье. Сейчас, по крайней мере, я это точно понимаю. Какое-то время я еще колебался, но вот бессознательно к этому, видимо, и шел. То есть к тому, чем обладаю сейчас. Mm-hmm. То есть во времена Биллис Бенда у нас вообще были какие-то трипы, там мы, например, покупали боярышник в аптеке Беломор, шли бухать с бомжами на Рубинштейна, узнавали истории их жизни, писали после этого песни об этом. Вот. И у меня есть, ну, то есть из тех времен песня «Девочка» или там «Галочка», опять я пил с бомжами, убили полно этих танцев у магазинов, вот, короче, и получали там мы фингалы от гопников, то есть, ну, то есть, для нас все это было вживание в роль, вот, как чувак, который сыграл этого Джокера, который погиб, актер, да? Да, Эджи. Вот, он тоже сильно ушел в роль, но у него там были, правда, еще проблемы и с наркотиками. У нас были в свое время проблемы с алкоголем, с травой, то есть какие-то тоже были проблемы. Mm-hmm. То есть это такая фишка, в принципе, в рок-музыке, что либо ты это переживаешь, либо это переживает тебя. Mm-hmm. Вот, но нам удалось пережить это. Понятно. Поэтому с этим опытом теперь живем. Ну, смотри, а вот ты же... формат как бы, да, то есть, ну, форматом не хочется придерживаться, но все равно есть... Допустим, ну стилистика та же самая, да, то есть если сок все время характеризует, когда говорят, ну вот, вот рок, а вот регги, угу. да, и вот где-то вот оно как раз между этими двумя и да. вместе одновременно, в этим вот в этой где-то стилистике и работа ведется. То есть предпочтение вот этой конкретной музыки откуда? То есть, ну ты же не станешь играть там, не знаю, ну, вот, в клубешниках, там, допустим, ну, с диджеями там. Почему не стану? Нет, для меня как раз это все нормально. У меня есть фабула основная, это светлая музыка. Mm-hmm. Вот, светлая музыка, ну, солнечная музыка просто более, видимо, из езженный слоган, как и слово «любовь», да? Mm-hmm. Но вот светлая музыка мне больше нравится, сочетание, потому что она и стилистически более широкого спектра вроде. Мне подходит любая эклектика, рок, регги, любые замесы, хоть это будет диджей, хоть электронная музыка. То есть я, в принципе, всем этим и занимаюсь. Uh-huh. Я делаю и то, и это, и ремиксы, и все. То есть, но группа Сок, конечно, ну, известна всем по большей части, как детские песни для взрослых. Uh-huh. Вот, скажем так. Ну, вполне, да. Да. Я понимаю. Да, это, да, у нас, то есть, такое, мы, то есть, для меня это, в принципе, ответственность определенная. То есть я выхожу на сцену, у меня есть публика, ну какая, то есть это в основном. Раньше было больше молодежь, сейчас эта молодежь просто выросла, uh-huh. и она, ну, не пренебрегает тем, на чем она выросла. Uh-huh. То есть она выросла, и она вполне благодарна за то, что ее вырастили вот на этом. Uh-huh. А я это бессознательно делал, я рос тоже вместе с ней, в принципе. Uh-huh. Вот как ребята сейчас на крыше, вот молодые, если они в 50 лет будут играть то же самое, это может быть и хорошо, может быть и плохо. По-разному. Ну, к примеру, вот группа Чаев там недавно выпустила новый альбом, и он там поет «Я изменился». Но с другой стороны, я слушаю эту песню и понимаю, что, может быть, ты изменился, а музыка нет. Музыка та же самая. Музыка та же самая, да. И, может быть, тогда это было актуальнее, этот, ну, рок-н-ролльный примитив. Mm-hmm. Сейчас уже все-таки время требует чуть-чуть... Ну, они научились работать со звуком. Все равно чему-то научились. Mm-hmm. Все равно там что-то есть.
Тут, конечно, не хочется никого судить. Сам я считаю, что музыку нужно делать и петь, и вообще рисовать, все что угодно можно делать, только если ты не можешь этого не делать. Угу. Хорошо. Расскажи мне про путешествие в одиночку. В смысле, игру, насколько то, что ты делаешь один, как Максок, отличается от того, что делает Сок в полном составе? То есть, ну, есть ли разграничение на конечно. Самом деле? Конечно, когда есть групповая работа, это всегда алхимия личности, харизм. Uh-huh. Это вот есть сочетание ингредиентов в определенных пропорциях. Это невозможно повторить одному. И горе тому артисту, у которого альтер-эго настолько раздуто, что он вот не в состоянии взаимодействовать и ценить это осознанно. Но при этом человеку нужно быть и одному. То есть монорежим, он тоже хорош. То есть, в принципе, для меня самое главное, что все это осознанно теперь уже. То есть когда-то были времена, когда я еще не понимал всего этого счастья и удовольствия. Сейчас я нахожусь, например, один. Я вот здесь вот сутки провел, да, в этом в замечательном вашем городе Кострома. Мне он очень понравился. Я сбавил обороты наши столичные, скажем так. То есть Москва, Питер — это моя обычная циркуляция. Вот. И здесь я отдыхаю душой. Я специально вот в номере провел, вот мы сейчас там в этой ванной, в туалете. То есть я вот в этом номере провел довольно много времени, я отдохнул. Я отдохнул от своего ритма жизни, что у меня театр, где мы сейчас делаем Гребенщикова с этой музыкой «Серебряных спиц», очень интересный проект. Потом какие-то репетиции, концерты, участие в каких-то фестивалях, то есть там вся вот эта суета, еще дом есть, есть собака, есть жена, есть какие-то, там тоже нужно там куда-то что-то вкрутить, съездить зачем-то. И все это все время суета, поэтому это счастье съездить в города, где люди живут тише, вдумчивее, спокойней. Вот. Мне тут понравилось очень. Ну, я хорошо, отдохнул. Хорошо, и кайфанул. Семья, упоминаешь семью, семья как относится? Как часто ты... Я еще в этом плане очень, конечно, счастливый человек. У меня семья приняла меня с самого начала с такой данностью. Еще семья моя видела всякие эти переходные периоды из желания безответственности, но такого вечного рок-н-ролла, точно, вечно молодой, вечно пьяный. Мне хотелось до конца таким быть. Но как-то, к счастью, Бог миловал, и все как-то и очень, ну, гармонично, само собой, в какой-то момент изменилось. Я не считаю, честно говоря, это своей заслугой или заслугой семьи. Это, ну, вот я верующий человек вот на таком уровне. То есть я не религиозен, там, не держу посты и так далее, но я благодарен. Моя религия – благодарность. Я благодарен Богу за все, что у меня есть. А есть у меня явно очень много. Хорошо. Сейчас, ну, какие-то продюсерские проекты есть? То есть ты занимаешься какими-то группами, которых пока еще никто не знает? У меня есть проект, то есть я вот на кастингах в театр «Музыка серебряных спиц», вот этот мюзикл, познакомился с девочкой, Асоль ее зовут, еще одна из девочка Титра. И как раз это все произошло после того, как я посмотрел новый фильм про Боба Марли «Регги навсегда». Вот он выходил, я этой осенью его смотрел в кинотеатре и дома пересматривал. И мне очень захотелось внедрить в группу бэк-вокалисток и постараться сделать максимально это фирменно. И сейчас вот уже в течение где-то года, с осени, мы упорно работаем, мы занимаемся вокалом, у нас есть преподаватели, то есть там идет такая серьезная фирменная работа. Что, я надеюсь, что из этого получится именно то, вот, что я хочу. То есть, мне кажется, что... То есть, мне бы хотелось оставить группу «Сок» как группу, которая играет русское регги, хорошее, достаточно фирменное, ваши музыканты у меня очень хорошие. И все остальное внутри группы, я думаю, так вот корректировать и реставрировать потихонечку в направлении вот саунда Боба Марли и... То есть я вряд ли думаю стать Бобом Марли, это точно я не планирую, потому что
как бы я рокер, я, наверное, все-таки больше рокер, чем растаман. Вот. Но когда я пою регги, я совершенно хорошо ощущаю свою любовь вот именно в общем смысле слова. То есть любовь не как обладание, там, а любовь просто к людям, к человечеству. У меня это чувство, я впадаю в некую эйфорию в этом состоянии, и я чувствую ту любовь, которая, в принципе, есть и во всех. И вижу, как она вызывает в людях этот резонанс, и она просыпается в них, в зале. И люди на концерте впадают в некий транс любви. Это не какая-то там оргия, не что-то странное, не хиппизм, вот этот там, цветочки. Mm-hmm. Да, то есть не какая-то инфантильность, а это просто очень цельное, хорошее чувство «мы», когда люди растворяются, свои «я» растворяют в общем коллективном сознании, как на футболе во время, когда забивает твоя команда, и все вскакивают и кричат «Вау, класс!». И вот тогда люди «мы», тогда никто не «я». Тогда все «мы», когда мы победили в 45-м, вот это «мы». И мне очень хочется поднимать нашу славянскую культуру, играя светлую солнечную музыку и пропагандировать здоровый образ мышления и жизни. Потому что нам, нашему народу, это очень сейчас нужно. Нет смысла пенять как бы на то, что на выбор, неважно кто и что, важно только то, что ты делаешь сам. И я решил начать с себя. То есть просто начать с себя и вот как бы следить за собой и, ну, по возможности таким образом подавать пример. Мне кажется, другого пути нет. Понятно. А вот есть, да, определенные, допустим, скажем так, ну, прослойка такая хейтеров таких, которые всегда будут говорить, что невозможно играть, ну, нет, не должно быть такого понятия, как, допустим, русский регги. Uh-huh. То есть, если ты не пережил угнетение на Ямайке, вот, то каким образом ты можешь понять? Ну, понятно, это относится абсолютно ко всем стилям музыки. Я, то есть, я понял. Невозможно читать трэп, если ты и негров, гарпин, uh-huh. и так далее. То есть, Но у нас есть свое гетто, uh-huh. свои социальные проблемы, о которых я и пою. То есть мы живем в каменных джунглях, там нам не хватает солнца. Вот я пел песню «Вдох», там... Там как раз об этом и говорится, что город, ну, дома закрывают нам природу, и в принципе это не мешает узнавать ее, есть отпуск, есть время, ты можешь сам, может быть, фрилансером, можешь больше путешествовать, mm-hmm. можешь как-то работать так, чтобы видеть мир, если он тебе нужен, и так далее. Главное, чтобы ты видел красоту этого мира, mm-hmm. потому что она никуда не делась пока что, к счастью. Mm-hmm. Я в каждом городе завел такую традицию, я посещаю планетарий. Я посетил его, конечно, и здесь. Mm-hmm. Вот. В Костроме прекрасный планетарий, там привезли какой-то новый девайс, проектор какой-то, который показывает там кино на весь потолок, на круглый. И я вообще всем рекомендую туда сходить, тем более, что там билет копейки какие-то стоят. Это просто настоящее, ну, не знаю, счастье. Туда можно даже с девушкой пойти, там очень романтично, звезды, все это. Но это круто, короче. Почему я придумал себе такую традицию? Потому что человек, занимаясь чем угодно, должен быть адекватным и помнить, что он, в принципе, с одной стороны, песчинка во Вселенной, там микро, мульти, макро, что-то. При этом он очень важен. И каждый человек, он, то есть каждая мысль, каждый человек, в принципе, создает эту реальность. Вот. И объективное какое-то видение вот всего этого может складываться только, когда ты даешь себе возможность видеть все это с разных сторон. То есть, когда ты можешь понимать, ну вот как говорили древние, что пока ты не прошел в обуви человека, не суди его. Да? То есть, нужно стараться стремиться к объективности, чтобы понимать разных людей, непонятных тебе. Потому что нас всех клинит, и куча всяких проблем возникает в обществе, и какие-то термины новые, странные, там, толерантность и так далее. И все это неспроста. То есть, это все, ну как бы... Заказ времени, не людей. Это запрос нашей эпохи. Это указывает нам на какие-то наши патологии этого времени. И в этом надо разбираться. Не потому, что это тема для диссертации, а потому, что на этой земле будут жить наши дети. Отлично. Да? Отлично сказано. Mm. Я думаю, что мне будет достаточно материала. О, спасибо огромное. Да. На толчке такую телегу задвинул. Это круто.